Роль Констанции в фильме «Д'Артаньян и три мушкетера» исполнила Ирина Алферова, но ее должна была сыграть Евгения Симонова. Евгения отказалась от роли только ради Абдулова, который должен был исполнить роль Д'Артаньяна. Таким способом оказала поддержку другу. В фильме «Мэри Поппинс» «До свидания» исполнила главную роль Наталья Андрейченко, а должна была Анастасия Вертинская. Вертинская отказалась от роли из-за музыки, используемой в фильме. В фильме «Москва слезам не верит» исполнила роль Кати, Вера Алентова, но режиссер изначально видел в этой роли Маргариту Терехову. Терехова отдала предпочтение роли в фильме «Д'Артаньян и три мушкетера». В фильме «Любовь и голуби» исполнила роль разлучницы Людмила Гурченко, но предлагали ее Татьяне Дорониной. Татьяна решила сняться в другом фильме «Валентин и Валентина». В фильме «Бриллиантовая рука» роль роковой соблазнительницы исполнила Светлана Светличная, но изначально именно Кларе Лучко отводилась она. Клара прошла успешно пробы, но в последний момент приняла решение отказаться от несерьезной роли. Решение было верным. Спасибо за ваше внимание, ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал.